Сейчас у нас будет вообще мое самое любимое, блин, обожаю. Альтернативный госпиталь. Вот. Но прежде чем мы туда попадем, вот я костюмчик даже себе поменял, смотрите. О. Но прежде чем мы туда попадем, давайте сейчас... Такой кадр, блин. Меня в стенку прям в упор, считайте. Вот. Нам сейчас нужно будет послушать кое-чего. Вот. Комната С7, третий этаж. Сейчас будет телефонный разговор, я его пропускать не хочу, потому что не буду. Но это будет как заставка, потому что мне очень нравится. И сама атмосфера, и вообще сам разговор, и голос, и амбиент, который будет во время этого разговора. В общем, очень мне нравится. Подождите, разве это не тут? Или это В12 было? Я что-то уже забыл. Так, ну тут врагов все пока больше не будет. То есть пока не будет. Во. Прям по ушам звенит. Сними трубку! Прикольный костюмчик. Hello? Claudia. No, I'm not... Don't lie to me, Claudia. You're always trying to run from your responsibilities. Have you come to apologize? Or maybe you still don't realize how foolish you've been. The salvation of all mankind. Ah, what a ridiculous dream. Wait, just listen to me for a second. I've heard enough from you already. How did you turn out this way? Where did I go wrong? Listen to me already. I'm not Claudia. Что-то амбиенты не слышно. You're not Claudia. My name is Heather. Heather. Должен быть амбиент. Где он? Who are you? Leonard Wolf. Sorry, I thought you were my daughter. Там Бин должен быть. Блин. Вот он пошел. Claudia is your daughter? Oh, so you know her, do you? Are you one of her followers? No, never. When I find her, I'm... I can feel the hatred. What? Behind your words, with anger, you're glad to kill her, don't you? I'm sorry, but she killed my father. She's a fool, but she's still my daughter. I was going to forgive her if she changed her ways. I see it's too late. Heather, will you help me? Help you? I'm locked up in here, and I must stop Claudia. Where are you now? I'm not sure myself, but the door is at the end of the hall on the second floor. I think I can be of help to you. I have a seal. Please. A seal? The end of the hall on the second floor. Обалденный амбиент. Короче, помните, я говорил то, что обратите внимание на второй этаж. То, что вот где палата М6, то, что там типа стенка, и там ничего нету. Там какие-то матрасы были, телевизоры и все. Я сказал, типа, запомните этот момент. И вот сейчас нам говорят идти в конец коридора на втором этаже. Вот, можно сначала подумать то, что это имеется в виду палата М6. То есть сейчас там дверь закрыта, что типа она будет открыта. Вдруг, да, каким-то образом она откроется. Ну давайте пойдем посмотрим.
размножаются, там бит, я прям так и стоял тут. Ладно, пошли. Ой, фонарик ключ. Большая загрузочка. Что ж нас ждет на втором этаже в конце? Хоп, дверь появилась магическим образом. Это закрыта дверь. Куда же ведет эта дверь? Интересно. Заходить, не заходить? Ну, а что еще делать по прохождению? Надо туда заходить. Ну что, я готов. Пошли. Где это мы находимся? Это интересно. В каком-то коридоре. В общем, короче, ладно, я не буду так притворяться, как будто, да, типа, как будто первый раз, как будто ты ничего не знаешь. В общем, тут у нас, типа, небольшого лабиринта. Но прикол в том, что то, что тут особо бежать некуда. Куда не надо бежать, там двери закрываются. Видите? Значит, нужно сюда. Так что тут не запутаешься. Хоп. Нет, сюда нельзя, тут закрыто. Значит, сюда. Если эта дверь открылась, значит, надо сюда. Но мы можем еще туда пойти. Но тут ничего нет, видите? А, тут тоже закрылось. То не могли бы не сделать так, чтобы двери закрывались. Было бы интереснее. Ну, я честно скажу то, что иногда я как-то умудрялся запутаться, куда бежать. Хотя тут особо-то нельзя запутаться-то. Но я как-то умудрялся путаться, куда бежать. Это вообще был прикол. Я специально такой костюмчик себе одел, к альтернативному миру подготовился. А вот тут я путался, по-моему. Налево или направо? Прямо дверь не открывается. Налево. Налево тупик, значит направо. Нет, не тут. Ну как-то я путался. Давайте сейчас проверим еще камеру. Не, нормально сейчас идет. Так, идем дальше. Вот тут налево или направо? Налево. Вот видите, закрылось. А тут открылось теперь. Вот, видимо, в этом я путался. Ну, как-то я... Тут еще одна дверь такая. Все, и дальше у нас пойдет... Вот, сейчас будут все двери закрываться за мной. Все прикольно будет. Все. Вот это клево. Знак из первой части. Чё не напоминает? В общем, мы сейчас попадаем в альтернативный госпиталь. То есть это как бы у нас... То есть вот помните, например, вот в первой части мы были сначала в обычной школе. Потом мы зашли в башню. И через башню мы попали в альтернативную школу. Вот. А тут мы были в обычном госпитале. Вот. Побегали по этим туннелям. И сейчас мы попадаем в альтернативный госпиталь. То есть такой переход тоже. Тут сейчас будет очень круто. Альтернативный госпиталь просто я обожаю. Смотрите, сейчас прикол.
прикольно. Медсестра. Теперь, значит, как только я войду в этот коридор, начнется вообще жесть. Там будет очень темно, будет все красное, и будут ползающие вот эти, которых я ненавижу просто. Ползающие. Я их просто ненавижу. Ой, давайте сохранимся. Это будет сейчас для меня один из сложных моментов. Потому что будет очень темно, даже с фонариком. Это тоже еще один коридор смерти, как я называю, где много сильных врагов. Ну что, пойдем. Фонарик-то выключен. Сейчас убедиться хочу, что радио тоже выключено. Слышите уже их? Сейчас я потише сделаю музыку. Вот, слышите их? Вот так, наверное. Вот одного я вижу, он прям передо мной. Сейчас я его с глушителя завалю. Завалил. Так. Я пока свет не буду включать. Я их в темноте хочу выследить и замочить, потому что иначе будет сложно очень с ними. Так потихоньку двигаемся, двигаемся. Все равно, то, что я не люблю, блин, очень громко звучит амбиент, а звуков почти не слышно, блин. Вот так. Потому что я не слышу звуков, и где они, мне сложно понять. Вот этот, вон он, я вижу, прямо передо мной. Так. Я опять ничего не пойму, почему их было только двое? Это Extreme X, тут должно быть как минимум 3 или 4. Это как-то странно. Что, включаем свет, смотрите, что тут у нас. Вообще пипец, да? Опять не ту кнопку нажал, блин. Короче... Почему тут амбиент? Я же всех замочил. Короче, блин, вот это офигенно, смотрите. Во-первых, стены все красные, как будто разрисованы чем-то. Как будто это, знаете, стены, они, как будто вот это красное на стенах, это как будто кровеносные сосуды проходят. И плюс еще какая-то белый налет какой-то. То есть вообще супер, блин. Плюс, опять же, решетка классическая для альтернативного мира. То есть вообще великолепный, вот я обожаю, блин. Супер. Так, а почему тут амбиент играет, когда я уже всех завалил? Не знаю, отсюда мы пришли. А, нет, вот отсюда. Отсюда мы пришли. Все, а сейчас нету уже. Вот. Так что вот. Ну давайте, это такое начало было. Давайте в следующем видео уже начнем прохождение. Это мы только попали в альтернативный мир. Со следующего видео начнем проходить.